Юный ребенок представляет. Привет, мы Little Pony. Я Спаркл. А я Пинки Пай. И у нас есть разноцветный пластилин. Розовый, голубой, синий и сиреневый. Я возьму сиреневый. Посмотрим, что у нас тут в коробочке. А тут у нас разноцветный. Возьмем немного пластилина и слепим шарик. Сейчас я вам покажу, что я умею делать. Смотрите. Вот, что у меня получается. Я делаю разные печатки. Тут у меня корона, звездочки и кружок. А что же умеет Пинки Пай? Сейчас я вам покажу. Я возьму вот такой розовый пластилин. Тоже слеплю кружок. И сделаю вот такую вот дорожку, по которой я сейчас буду ездить. Смотрите. Вот, я оставляю вот такие вот следы. Видите, у меня на колесике разные картинки. Я попробую еще сделать печатку. Я возьму вот такой пластилин. Вот, он тоже разноцветный. И сделаю печать. Вот, смотрите, что у меня получается. До свидания, до новых встреч!